печурке весело горят дрова, дома уже тепленько. А что же у нас на улице? А на улице у нас почти уже зима. И это неудивительно, ведь уже середина ноября. Еще несколько дней назад у нас было довольно тепло, не было снега. Еще выгоняла в поле своих козочек, которые с удовольствием поедали дикую полынь, которой полно наросло на соседском поле. А теперь им приходится сидеть в хлеву. Бедные не понимают, что же случилось, когда открываешь дверь, рвутся на волю. Но ничего не поделаешь, выпал снег, начались морозы, уже до -8 опускалось. Куры все еще пытаются выскочить в открытую дверь и что-то там находят на улице под снегом или в каких-то укромных уголочках, где снега нет. А так уже все белым-бело.